Всем огромный привет! Я спешу поделиться своей радостью. Дело в том, что не так давно я заказывала на сайте в интернет-магазине New Chic сапоги и сумку. Сапоги ко мне приехали очень быстро, они приехали еще месяц назад, а вот сумку мне надо было подождать, ввиду того, что сейчас Россия вся завалена посылками с праздниками связанные, то мои бедные посылки тоже затерялись, и сумку пришлось ждать. Сегодня она ко мне приехала, и я очень хочу вам наконец-то показать, что же ко мне приехало в заказе. Давайте начну с сапог. Я дико вообще радуюсь этому заказу и тому, что получила. Вот в таких пакетиках был каждый сапожок. И давайте покажу, как они выглядели. Для меня это просто нереальная красота. Вот так вот смотрится сам сапог. Он вот вверх под замшу, ну, естественно, искусственный мех и резиновая подошва. Их было на сайте 4 вида, 4 цвета. Черный, коричневый, бежевый. И вот этот цвет у них назывался либо фиолетовый, либо пурпурный. Как-то вот так. Обратить хочу внимание, если, ну, я ссылку оставлю, конечно, пройдите, посмотрите. Размерная сетка у них на 2 размера отличается от российских. Вот у меня 37 размер я обычно покупаю себе. Эти я взяла 39. И вот именно эта модель, она идет до 42, ну как бы до 40 российского размера. Поэтому, если, ну, заинтересуетесь, посмотрите. Внутри сапоги идут вот с такой вот. Ну, видно, так как начесик. То есть они не зимние, они больше идут на осень, либо на зимы, которые на теплые зимы. То есть от плюс 5 до минус 5. На морозы они не подойдут, это будет холодно. Ну и я не знаю, вот замша выдержит ли мороз, но и холодно будет в любом случае. Они даже на сайте написано весна-осень, даже, по-моему, лето написано. Чем они мне так приглянулись? Во-первых, цветом, во-вторых, фасоном. Носить можно два варианта. Если вот хотите повыше, то вот так. И второй вариант, можно вот этот мех опускать, закрывать половину красоты и носить их вот так. Мне кажется, тоже вообще очень оригинально и здорово. В восторге, вот честно, девчонки, я от этих сапог осталась в восторге. У нас, к сожалению, на улице сейчас лужи и нет возможности пока в них пофорсить. Но это для меня оказалось плюсом, потому что погода буквально ждала мою сумку. Я думаю, теперь можно падать снегу и наконец-то мне носить мою обновку. Шикарнейшие сапоги. Смотрите, как красиво оно смотрится. То есть они прям как будто спущенные, как вот мех такой, как на сапоги находят, как будто, ну, как брючки, что ли, такие меховые. И вот такие мимишные помпошки. Довольная. Покажу на ноге, как они смотрятся. Мне кажется, ну, бесподобно. Просто я люблю такие модели, поэтому для меня это прямо вау, как красиво. Ну и сейчас я буду еще громче, наверное, пищать, потому что сумка, которую я дождалась, она превзошла мои ожидания. Я вообще в восторге была. Вы только посмотрите, какая красотень ко мне сегодня приехала. Не зря я ее ждала так долго. Ждала очень. У них в наличии было 4 цвета. Так, сейчас вспомню. Коричневый, черный был, серый и вот это называлось розовое. Смотрится она вот так. Вот этот красивенный бант. Непомятый, он лежал внутри сумки, он идет на красивенном вот таком карабине. Сейчас сниму, покажу. Ой, ну как всегда. Вот так вот смотрится сам цветок, очень аккуратно все сделано. Кстати, на сумку сейчас там хорошая скидка, по-моему, до 50% что ли. Но тоже я ссылку оставлю, посмотрите. Вот так смотрится цепочка. Ну, очень хорошая. Я люблю фурнитуру вот такого цвета. Темного. Вот так он смотрится. Вот эти пакеты я еще не снимала. Можно вместе снять.
И вот так вот красиво-красиво ручки. По сумке. Размер ее 19 на 18. Ну вот так, 19 на 18. И 10 сантиметров ширина. Отличное дно с подставочками, с ножками. Плотная такая. Ну, мне даже хочется кожей назвать. Я не знаю, это заменитель или нет. Но смотрится прямо как кожа. Модель шикарная. Зонт сюда, если даже и влезет, крошечный, если у вас есть. Потому что с расчетом 19 сантиметров. У нее есть ремень. Ремень 126 сантиметров. Идет, ну, с регулируемой ручкой длиной. Так, цветок я не туда повесила, надо было. Сейчас я исправлю. Вот так надо, чтобы он не катался, а оставался на сумке. Ну и посмотрите, какая она классная внутри. Здесь с перегородкой, что я очень люблю. Два отделения. Эта перегородка тоже идет на молнии. С этой стороны есть два кармана стандартных. И с этой стороны один стандартный тоже карман на молнии. Благодаря этой перегородке с сумкой работать удобно. И как мы, девочки, любим, чтобы сзади тоже был кармашек под разную мелочь. Он тут есть. Восторг. Вот прямо реально, девчонки, восторг. Сумка с сапогами вместе смотрится бесподобно, на мой взгляд. Но я думаю, наверное, у кого вкусы с моим совпадают, то на ваш взгляд тоже это будет смотреться бесподобно. Я прямо пищу, полдня пищу я от восторга. Спасибо огромное сайту. Вот прямо вау, как здорово. Довольно. Сегодня же пойду выгуливать эту сумку, потому что она меня прямо вот в самое сердце покорила. Как сказала, ссылки оставлю на себе, покажу в обоих вариантах эти сапожки. Они того стоят, смотрятся вместе. Под светлую куртку очень красиво. Ну, теперь осталось только дождаться снега, чтобы зима была настоящей. И можно будет форсить. Ну и, как я сказала, сапожки, ну, мне кажется, до минус 5, но может быть до минус 10, если вы с теплыми ногами. То есть ноги сами по себе не мерзнут, но не ниже. То есть на морозы не пойдет. Это все-таки более осенний, на сухой морозец такой первый. Вот они подходят. Ой, прямо рада. Спасибо огромное всем за внимание. Надеюсь, мой обзор был интересен и вас тоже это заинтересовало. Хочу сказать, вы знаете еще, девочки, вот по поводу сапог, там есть сапоги под кожу, вот как эта сумка. Вот они меня тоже очень впечатлили. Прямо у них на сапогах даже вот такие цветы идут. То есть, например, сапог такого цвета и какой-нибудь орнамент красивой форме цветка идет по низу. Вот тоже были очень красивые сапожки. Я на них долго смотрела, разных цветов, разные орнаменты вот этих цветов уже. И смотрелись они бесподобно. Тоже вот по обуви побегайте, там шикарная обувь, конечно. Мне очень понравилось. Вот, ну теперь точно все. Спасибо всем за внимание. Всем пока. Давайте я вам покажу, как смотрятся сапоги на мне. К сожалению, погода неблагоприятная для того, чтобы снять их на улице. Нет снега, но есть лужи. А так как сапоги с мехом, то будет некрасиво. Поэтому давайте я покажу все дома. Вот так они смотрятся в высоком варианте. Мне кажется, по цвету они очень красиво подходят к сумке. Ну и давайте покажу, как смотрятся короткими. Мне понравилось в обоих вариантах. Первый и второй. Но вы мне напишите, как на ваш вкус. Как вам больше понравилось, когда покороче сапожки и спрятаны все красивости. Или вот так. И вот так они смотрятся покороче. Мне кажется, можно и так носить. Оба варианта оригинальные, интересные. Вот так вот. Ссылки, конечно, я, как сказала, оставлю.
Сумка достойна внимания, сапоги тоже интересные. Проходите, познакомьтесь, посмотрите. Сейчас там скидки до 50% даже, это очень здорово. Ну и я сама уже с вами прощаюсь. Всем до новых встреч и всем пока!